Я таскаю с тобой по гостиницам 6 лет. Я не то чтобы не хочу, просто женитьба дело серьезное. Да, Магомаев молодой, горячий. Он артист, они же как дети. На коллеге, да? Да. Тамара Синявская, солистка Большого театра. Когда я вас увидел, я сразу почувствовал, что это необычная встреча. Таких людей выпускать в принципе нельзя. Если он не вернется, нам тут такое устроит. Мало не покажется. Вы что, думаете, у вас завистников, что ли, нет? Муслим, как ты не понимаешь? Когда ты приедешь, тебя посадят. Все будет хорошо. И никогда... Я хочу лишь спеть то, что коснется ваших сердец и останется в вашей памяти настолько долго, насколько это возможно. Большая премьера. Скоро на Первом. Но помимо роли трубадура, я бы хотел еще попробоваться на роль сыщика и атаманши. Шутите, да?